Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я хотел бы с вами поговорить о том, как я делаю снасть на тарань. Ну, я когда-то уже показывал снасть, она называлась снасть пуля. Показывал ее в работе. Также в последнем видео оно было. Ну и отдельно делаю тоже снасть на тарань. Значит, ну для этого я хотел шарик взять, но он, видите, оказался без ушка. Поэтому, не мудрствуя лукаво, мы быстренько сделаем ушко. Поэтому, если есть в доме скользящее грузило, с него легко можно сделать грузило конечное. Ну вот и все. Далее я беру леску флюорокарбон. Вот те снасти, которые я делал последний раз. Значит, на ствол я брал 0,30 леску. Вот такая вот 50 метров размотка, такая леска. А на поводок 0,22. Ну, почему 0,22? Я рассчитывал тогда, снасть делал на леща. Все-таки лещ — рыба крупная. Нежелательно там было поводок ставить потолще. Ну, а на тарань тоже она была нормальная. Тарань идет большой стаей. И там, в принципе, и по 2, и по 3 цеплялось. Да, неправильно. Если, не дай бог, надо будет груз поменять, то лучше его привязать к вертлюжку с карабином. Ну почему груз такой маленький? Мол, на течение не будет держать. Шарик, во-первых, держит неплохо, а во-вторых, на тарань, когда мы идем по весне, ее обычно много. Ловить двумя-тремя удочками вообще неудобно. Ловишь одной только. И она только забросила, только она опускается на дно, и тут же следует поклевка. Поэтому ее и сносить не успевает. Делаю где-то сантиметров, наверное, 70-80, как удобно. Сам ствол, на конце петлю для крепления к основной леске. И теперь набираю поводки. Как я уже говорил, возьму тоже флюорокарбон,
0,22. Белые поводки. Так, тут самое интересное, крючок. Значит, на тарань крючок надо миленький. И желательно тонкий. Значит, для того, чтобы можно было одевать хорошо опарыша или кусочек червячка, или это саму кукурузку, в зависимости от того, на что он на тарань будет клевать. Вот такой крючок мне нравится. Это кобра. Вот, 137-я. Или овнеровский крючок. Ну, тут уже сборняк, конечно. Ну, я имел в виду вот такие вот крючочки, вот они, вот мелкие. Вот такой вот. Или зерновой крючок. Он тоже классный крючочек. Ну, вот этот крючок вот цветной. Он с лопаткой, но тем не менее тонкий и очень зацепистый. Хороший крючок. Ну, сделаем на кобре. Значит, навяжем три поводочка. Так, вот они наши три крючка. Можно и ставить и 4. Я ставлю 3. Хотя некоторые были снасти и 4 крючками. Чем хороша вот эта леска? Она жесткая. И на стволе она не закручивается так, как закручивалась бы леска 0,18, 0,16, 0,14. Поводок 5-6 сантиметров. На конце делаю узелок. Все. Вот наши три поводочка. Сейчас скрепим с основной леской и все. Леска. Так. Вот леска основная. Теперь узлом, как на самодоре, крепились поводки. Значит, чтобы видно как-то было. Одна петля сворачивается так, вторая петля, нижнюю беру и вытаскиваю, одну за другой, 3 раза. И в образовавшуюся петлю поводок и затягиваю до щелчка. Все, никуда теперь он не денется. Еще раз, раз, два, теперь нижнюю вытаскиваю наверх, еще раз наверх, еще раз,
Затягивай. Ладок. И затягиваем. Все, вот у нас получилась снасть на тарань. Снасть рабочая. Как она работает, я уже показывал. Все, будьте здоровы, ни хвоста, ни шеи.